Всем привет! Уже завтра приедет Кира. Много подарков ей приготовили. Есть тут у меня одна вещь, которую стоит протирать тряпочкой. Ну вот, в общем, как-то так. Даже голова снимается. Думаю, что Кирухе понравится. Заберет она, скорее всего, его домой. Эту игрульку. Ну, в общем, как-то так. Эх, хорошая была игрушка до того, как ее забрала Кира. Хотя она еще не приехала, но тем не менее. То, что она ее заберет, это факт. Пальцы прям проработанные. В общем и целом, еще у нас есть две интересные книжки новых для Киры. Есть у нас очень интересная игра в кальмаров «Печенька». Для Киры. Ну и много всякого разного. Даже вот такое. Ждем завтрашнего дня, чтобы вместе с Кирой посмотреть, как она отреагирует. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.